Известный ветеринар Карен Далакян пригласил Владимира Путина в Челябинск. Предложение президенту Айболит сделал во время видеоконференц-связи с Кремлем. ВКС с участием ЭКО и зоозащитников организовали в честь профессионального праздника – Дня эколога. Я смотрю, все вас приглашают, да? У меня тоже. Разрешите вас пригласить либо в парк Тайган, где мы можем встретиться и посмотреть вот эту красоту, либо к нам в Челябинск, наш приют, либо утес, где живет амурский тигр и вот эти медвежата. Карен Далакян рассказал главе государства историю львенка Симбы. Животное долгое время находилось во власти так называемых черных фотографов. В приют к челябинскому ветеринару львенок попал со сломанными задними лапами, измученный и истощенный. Сейчас его состояние удалось стабилизировать. Карен Далакян отметил, виновные в преступлении до сих пор не наказаны, и попросил президента посодействовать решению вопроса. Спасибо вам. Я пометил то, что вы сказали. Постараюсь так, чтобы мои коллеги соответствующие поручения после нашей сегодняшней встречи будут сформулированы, мимо этого не пройдут. Рассказал Далакян об истории транспортировки трех медвежат из Ханты-Мансийского автономного округа. В спасении животных пришлось задействовать тысячи людей из разных городов – Дагестана, Владивостока, Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени. Президент поблагодарил зоозащитника и его фонд за работу в период пандемии COVID-19.